24 марта премьер Госсовет КНР Ли Кэтян будет присутствовать и выступить с речью на ежегодном совещании Буаоского азиатского форума 2016, которое состоится в уезде Буао провинции Хайнань на юге Китая. Тема конференции – новое будущее Азии, новая динамика, новое видение. Об этом сообщил в четверг представитель МИД КНР Лу Кан. В предстоящем совещании примут участие премьер-министры Непала, Литвы, Бельгии, вице-президент Индонезии, вице-премьеры Республики Корея и России, а также руководители правительств Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Таиланда и Вьетнама. Помимо участия в форуме, представители Юго-Восточной Азии и Китая параллельно проведут первую встречу в рамках механизма сотрудничества в бассейне Ланьцяньцзян, Меконг, который состоится 23 марта в городе Санья, провинции Хайнань. 17 марта в МИД КНР состоялся брифинг, на котором заместитель министра иностранных дел Лю Чжэньминь прокомментировал эту встречу. По его словам, лидеры шести стран будут обсуждать вопросы дальнейшего создания механизма сотрудничества, вопросов развития субрегионального сотрудничества, стимулирования региональной интеграции. Китай со странами-участницами механизма сотрудничества в бассейне Ланьцяньцзян-Мекон имеют общие границы и общие надежды на дальнейшее развитие. Мы работаем в рамках всесторонних отношений стратегического сотрудничества. В политической сфере мы доверяем друг другу, в экономике мы тесно связаны и мы плотно общаемся в культурной сфере. Как новая платформа регионального сотрудничества мы хотим стать образцом партнерства «Юг-Юг». Как развивающиеся страны, мы превратим наши общие стремления к развитию в силу прогресса. Механизм сотрудничества в бассейне Ланьцяньцзян-Меконг не конкурирует с другими механизмами регионального сотрудничества, а несет бремя ответственности за развитие в этом регионе.